Всем привет! Если у вас есть желание поздравить тетю Свету с 8 марта, реквизиты в описании. Тетя Света купит себе лоточек клубники. Привет! Где работаешь? Сколько зарабатываешь? Машина, квартира есть? Меня, как видишь, нужно вкладывать деньги. Я себя не на помойке все-таки нашла. Я считаю, девушка не должна работать. Девушка должен содержать мужчину. А я буду любить тебя. Буду красивым дополнением к тебе. Вообще, ты мне нравишься. Мне кажется, мы подходим друг к другу. Оплати коммуналку. И моей маме. И знаете, вот хоть видео шуточного характера, но почему-то оно очень жизненное. Серьезно, я думаю, большинство женщин реально ходят на свидание, чтобы пожрать и вытрясти деньги. То есть, представляете, мужчина первый раз видит женщину. Он сам еще не понял, нравится она ему или не нравится. Но та уже почему-то решила, что он ей должен просто по факту ее появления в его жизни. Меня такие люди вообще всегда пугали. То есть, они по жизни, знаете, такие обиженные, психованные, злые, и они думают, что все им должны, при этом они как паразиты общества, не хотят ничего делать абсолютно, чтобы жить хорошо, они хотят жить за счет других. И вот такие бабы с Тиндера реально вот такие вот паразиты общества.